Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу сегодня более детально остановиться на маркетинге компании LX Life Company. Маркетинг-план у нас на первый взгляд необычен, неоригинален. Но я вас очень прошу, не бойтесь этого маркетинга. Он несложный. И вы знаете, есть такие люди, которые поначалу, ой, чуть ли не плакали, говорили, ничего понять не могу. Но проходит время, и они смеются сами над собой, что были когда-то такие. Он реально очень простой. Просто мы с вами привыкли к тому, что у нас все одинаковое, все стереотипное. А это неординарный маркетинг, я подчеркиваю. Поэтому спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. Давайте постепенно, пошагово будем разбирать этот маркетинг. Итак, старт был объявлен, официальный старт был объявлен 1 января 2016 года, но на предстарте компания работала с сентября месяца 2015 года. Именно для того был такой большой, да, предстарт, чтобы оттестировать этот маркетинг, потому что программе ведь тоже нужно пройти тест, чтобы происходили правильные начисления, чтобы сработала правильно математика. Даже программе это нужно. Поэтому не расстраивайтесь, все у вас получится. Вначале мы с вами изучаем, но когда изучаем, начинаем с вами действовать, обязательно начинаем с вами действовать. И тут происходит у вас практика. И когда обучение вместе с практикой, вы быстрее освоите данный маркетинг. Итак, у нас две программы. Программа «Матрица Free Life». Стоимость входа в эту программу 1000 рублей. LX – это внутреннее название валюты. Все цифры с вами читаем как рубли. И еще есть у нас одна программа накопительная. Вот правая половина этого листа – это накопительная программа. Со входом 2000 рублей. Платим в нашу компанию всего лишь один единственный раз. Больше мы никогда и ничего не платим. Но зарабатываем мы с вами ежедневно. Вы представляете, в нашем маркетинге он так построен, что можно зарабатывать ежедневно. Мы, наверное, с вами наше видео поделим на несколько частей. Сейчас вот первую часть нашего видео мы посвятим именно программе «Матрица Free Life», чтобы более детально узнать, как работает эта программа, прямо пошагово. Матрица. Да, у нас есть матрица. Но некоторые люди сегодня не очень любят матрицу и зря делают. Просто не в те проекты заходили, не умеют люди матрицы просчитывать, верят на слово. Не нужно этого делать никогда. В школе мы учились все с вами, поэтому математика, какая математика? Арифметика. Арифметику мы с вами тоже все знаем, поэтому садимся, просчитываем маркетинг и потом только принимаем решение. Так вот, наш маркетинг полностью, вот он перед вами, и здесь все можно просчитать. Наша матрица необычная, она не такая, как везде, если вы работали в матричных проектах. Внешне она обычная. Но, во-первых, хочу сказать, что у нас есть матрицы как делящиеся, так и не делящиеся. Мы начинаем работать с делящейся матрицы, хотя будем работать и там, обязательно будем, но все это постепенно. Начинаем работать именно с этой матрицы, где три места верхних заняты. Свободен нижний ряд. Итак, при закрытии нижнего ряда, это значит, в нижний ряд должны прийти 4 партнера. Если мы берем по одному месту, эту фразу запомните, если мы берем по одному месту, потому что здесь выгодно иметь минимум 2 места, а можно 4 места и даже 6. Если по одному месту, то 4 человечка зашли, по 1000 заплатили, и партнер, который стоит на вершине, выходит на вознаграждение в сумме 2000 рублей. И вот именно здесь происходит чудо. Вместе с этим партнером еще получают реферальное вознаграждение 27 человек. Вот они, 27 уровней реферального вознаграждения.
Давайте более подробно остановимся на этом, как это работает. Что такое 27 уровней реферального вознаграждения? Я думаю, по матрице, как матрица закрывается и как матрица работает, у вас вопросов не возникает. Хотя мы с вами можем и рассмотреть, как происходит движение по матрице, как человек поднимается на вершину, как у него закрывается матричка. Но я думаю, сегодня все-таки нужно больше внимания уделить именно вот этому реферальному вознаграждению, потому что люди не сразу это понимают. Но когда у них наступит прозрение, они поймут, что это такое, вы знаете, людей просто не остановить. Они хотят и хотят работать, потому что именно вот это вознаграждение у нас с вами идет ежедневное. Какое ежедневное? Можно сказать, что оно ежечасно идет. В течение дня по нескольку раз. Потому что обратите внимание, матричка всего лишь вот такой цикл, коротенькая матричка. И, кстати, в программе Free Life мы эту матрицу проходим с вами всего лишь один единственный раз. И вот эти матрички у нас закрываются в день не по одному десятку. И вы представляете, сколько человек за день получают вознаграждение? Вспоминаем, при закрытии всего лишь одной матрички зарабатывает партнер, который стоит на вершине матрицы, у него произошло закрытие цикла, и вместе с ним еще зарабатывают 27 уровней, то есть 27 кабинетов. И вот эти вот 27 кабинетов, которые зарабатывают вот вместе с этим партнером, этот партнер, конкретно этот партнер, есть у них в структуре на все эти 27 уровней. Вот, к примеру, это Лена. Лена для меня находится на 19 уровне по отношению ко мне, на глубину от меня. То есть я с нее получу 50 рублей. А вот для Кати, Лена является ее прямым личником. И Катя за нее получит тоже 50 рублей. Вам понятно это, да? То есть партнер, который завершает матрицу, который выходит из матрицы, он есть в структуре, разумеется, у кого-то он есть в структуре. И вот эта структура, в которой есть конкретно Лена, вот эта Лена, да, 27 уровней получает за нее вознаграждение, именно ту сумму, на каком уровне она стоит по отношению к каждому человеку. Это понятно немножечко? Вот этот вариант, он, понимаете, на слух вот так воспринимается. А когда вы реально начинаете уже работать, что-то простраивать, видеть вот эти вознаграждения, то у вас начинается лучшее понимание. И вот это уникально. Вы знаете, на сегодняшний день я ни в одном маркетинге не видела этого. У нас выгодно приглашать. Мы любим приглашать. Сегодня слово «приглашать» почти стало ругательское. Люди боятся приглашать. Но вы же понимаете, почему не боятся приглашать? Да только ж потому, что кругом и везде нас обманывают. Обманывают. Мы с вами платим деньги, надеемся, верим, а в итоге получается как всегда. Так вот здесь оно не может получиться как всегда, потому что здесь такой маркетинг. Это очень умный маркетинг. Вы представьте только, при закрытии всего лишь одной матрички на доход выходит раз человек и плюс еще 27 человек. И вот именно вот эти, на первый взгляд, небольшие суммы денег, они у нас с вами и превращаются в очень большие суммы. Для примера, для лучшего понимания, мы с вам специально сделали вот такое математическое, такой математический просчет. Я в чаты это кидала. Если у кого-то нет этого математического просчета, обратитесь ко мне в личку, и мы или к своим спонсорам, пожалуйста, и мы вам предоставим этот просчет, чтобы вы сами спокойно могли сесть и проверить. Так вот, это именно ежедневный линейный доход до 27 уровня в глубину. У нас три колоночки. Левая колоночка, вот я вам о ней рассказывал, это вот это реферальное вознаграждение. То есть, напоминаю, когда выходит партнер из матрички, то его структура, в которой он находится, те, кто над ним стоят, до 27 уровня получает именно вот это вознаграждение.
Далее, обратите внимание, вот 28 уровень, если вот этот человек по отношению ко мне был на первом уровне, то я получила за него вот такие деньги. Но если человек по отношению ко мне будет на 28 уровне, я уже ничего не получу. Но это неплохо. Вы не думайте, что это плохо, и не ищите там какие-то ходы, чтобы как-то что-то изменить, что-то сделать. Этого не следует делать. А знаете почему? Да потому что это маркетинг для всех. Мне хватит 27 уровней, это и все равно у меня будут ежедневные доходы. Дайте возможность другим людям заработать деньги. У меня огромная структура на сегодняшний день, моя структура составляет 5898. Это за 4 с небольшим месяца, за 4 с небольшим месяца. У меня такая отличная структура. Значит, что-то в этом маркетинге есть, значит, он реально работает. И вот в этой моей структуре, в таком огромном количестве людей у меня зарабатывают все. Потому что заработок идет до 27 уровня. Мы зарабатываем вот внутри этих 27 уровней зарабатывать. Дальше дайте другим людям тоже заработать деньги. Здесь происходит плавное, вот те деньги, которые зашли в программу Free Life, плавное распределение всех денег на нас с вами. На всех, совершенно на всех. И поэтому, чтобы здесь не заработать, ну, я не знаю, что нужно сделать. Самое главное, просто нужно просчитать грамотно и знать, как это происходит. Давайте вот все-таки, раз мы об этом с вами поговорили, зайдем в кабинет и посмотрим прямо на примере. К примеру, вот история операции. Открываю и вижу, у меня вот реферальный бонус. 100 рублей я получила, да, вчера вот был у меня реферальный бонус. Я смотрю, я, разумеется, не помню, кто этот логин. Я копирую. На внутри кабинета все копируется, это очень здорово. Нажимаю на слово «мониторинг» и нажимаю, вот партнера у меня есть, я вставляю вот это сюда. Это логин. И делаю поиск. Кудряшова Эльвира. Смотрю, на каком она уровне по отношению ко мне. Жму на ее фамилию. Вот. Она по отношению ко мне на 16 уровне. Вы помните, я за нее получила 100 рублей. Смотрим, 16 уровень платится 100 рублей. Понятно, как это идет? Вы даже в кабинете можете следить. И вот видите, у меня, мы с вами заходим все на 6 кабинетов. Вот они мои 6 кабинетов. То есть по отношению к моему первому кабинету, она на 16 уровне, на втором на 15, на третьем на 14. И если зайду вот в эти кабинеты, вот, если давайте я зайду в 53-25 к себе в кабинет. То есть вы запомнили, это мой первый кабинет, вот он стоит. Она по отношению ко мне 16 уровень, и я за нее получила 100 рублей. Давайте зайдем вот в этот кабинет. 78-95, это у меня пятый кабинет. Так, сейчас я его найду. Вот он, пятый мой кабинет. Нажимаю мой кошелек. И еще Эльвиру. Вот Вот он, реферальный реферальный бонус. бонус, Но ну, здесь здесь какие-то какой-то другие другой были реферальные. Вот реферальный она, реферальный бонус бонус за за Эльвиру Эльвиру Кудряшову. Кудряшову. Точно Точно так так же же она она у у меня меня получается. получается. Посмотрим, Посмотрим, на на каком каком уровне. уровне. Так, Так, нажимаю нажимаю на на мониторинг. мониторинг. Партнеры Партнеры есть. есть. Вставляю Вставляю сюда сюда логин. логин. Делаю Делаю поиск. поиск. И И смотрю смотрю здесь. здесь. То То есть есть 12 12 уровень. уровень. Посмотрим. Посмотрим. То То есть есть я я тоже тоже получила получила 100 100 рублей рублей за за нее. нее. Но Но у у меня, меня, видите, видите, здесь здесь меньше меньше стало, стало, потому потому что что я я зашла зашла с с другого другого кабинета. кабинета. Открываю Открываю маркетинг. маркетинг. 12 12 уровень уровень мне мне тоже тоже принес принес 100 100 рублей. рублей. Вот Вот она, она, это это реферальная реферальная сеточка. сеточка. Вы Вы ориентируетесь ориентируетесь и и знаете, знаете, сколько сколько вы вы можете можете получить получить за за человека. человека. Возвращаемся Возвращаемся назад назад в в этот этот кабинет кабинет и и давайте давайте все-таки все-таки посмотрим. посмотрим. Вот Вот какой какой-то это был был реферальный реферальный бонус. бонус. Уже Уже сегодня сегодня был был за за кого-то кого-то у у меня меня реферальный реферальный бонус. бонус. Давайте Давайте посмотрим, посмотрим, за за кого кого у у меня меня был был сегодня сегодня реферальный реферальный бонус. бонус. Точно Точно так так же же я я копирую. копирую. Это Это по по счету счету мой мой пятый пятый кабинет. кабинет. Значит, Значит, у у меня меня четвертый, четвертый, третий, третий, второй второй, и первый первый тоже тоже получили получили за за этого этого человека человека реферальный реферальный бонус. бонус. Но Но давайте давайте посмотрим, посмотрим, на на каком каком уровне уровне этот этот человек человек находится находится по по отношению отношению ко ко мне. мне. Так, Так, нажимаю нажимаю опять опять же же мониторинг. мониторинг. Нажимаю Нажимаю партнера партнера здесь здесь есть. есть. Вставляю Вставляю логин логин и и делаю делаю поиск. поиск.
То есть Глухова Светлана Дмитриевна вышла. Нажимаю на ее фамилию. И вижу, что по отношению ко мне она 24 уровень. Видите, 24 уровень. И я за нее получила 50 рублей. 24 уровень платят 50 рублей. У меня сегодня есть и 80-е, и 90-е уровни. При этом я как получаю деньги ежедневно, так я и получаю ежедневно деньги. Вот такой вот грамотный маркетинг. Он не сложный, он просто необычный. И если вы серьезно к этому маркетингу подойдете, и серьезно, не стесняясь, спрашивайте, если что-то не понимаете, не стесняйтесь, ни в коем случае не стесняйтесь, то вы уже на другие маркетинги будете смотреть, знаете как? Потому что это уникальный маркетинг. Таких маркетингов еще не было. Это умный маркетинг. И самое главное, что он нам дает возможность полностью управлять этим маркетингом, понимаете? Когда вы грамотно его изучите, вы сможете очень грамотно управлять этим маркетингом. И вы представляете, при вложении всего лишь 1 000 рублей, даже если вы начали с 1 000 рублей, у вас ограничений по заработку, ну, реально нет. Реально. А мы берем не менее 2 мест. Не менее 2 мест. И когда мы берем 2 места, то мы как делаем регистрацию? Первое место наше с вами регистрируется по ссылке спонсора. А вот второе наше место регистрируется по ссылке нашего с вами первого места. И структуру мы начинаем строить только по второе место. Под первое место структуру строить не нужно. Строим структуру под второе место. Второе место выходит на получение дохода. А так как у нас есть вот это вот реферальное вознаграждение, значит, у нас с вами зарабатывает и первое наше место. И точно так же мы с вами, когда регистрируем все наши 4 или 6 мест, они также идут по цепочке друг за другом. Под последнее 6-е место мы с вами строим структуру. Под последнее 6-е место. Когда у нас выходит на вознаграждение 6-й кабинет, а значит получает и 5-й, а значит получает и 4-й, а значит получает и 3-й, и 2-й, и 1-й. То есть вы выполняете одни и те же действия под один свой, допустим, 6-й кабинет. Но все кабинеты ваши, все 6 кабинетов зарабатывают вот именно это реферальное вознаграждение. Именно за человека ту сумму, на котором уровне человек стоит по отношению к вашему кабинету, на глубину. Но не забывайте, 27-я глубина – это немного. Это 27 человек в шеренгу. Вы представьте только себе, 27 человек в шеренгу вам могут приносить вот такие доходы. Но вы четко работаете со своей командой, объясняете им то, что сами когда-то не понимали, и контролируете, чтобы у каждого человека, который есть в вашей структуре, было не менее 2 личников. Не менее 2 личников. Больше можно. Вы представляете, что если их будет больше, то и эти заработки будут больше. Здесь же у нас расчеты только за 2, а если их 3, 4, 5, а будут обязательно. Придут в этот маркетинг люди, придут. Самое главное, грамотно донести информацию. Для того, чтобы грамотно донести информацию, открываем маркетинг, смотрим на него, и если что-то, какой-то момент непонятен, сразу же звоним спонсору. Спонсор не помог, звони мне. Понятно? И переживать не надо, у вас все получится. И когда вот вы начнете вот эти первые небольшие денежки получать, 50, 60 и 100 рублей, да по несколько раз в день, и когда эти суммы в общей сложности у вас выйдут в хорошие кругленькие суммы, не 1 000 рублей, вы знаете, вашей радости не будет предела. Поэтому ничего здесь страшного и сложного нет. Садимся и разбираемся. Давайте на сегодня мы ролик с вами закончим. Не будем говорить, чтобы у вас не получилась путаница про накопительную программу, потому что я еще хочу второй ролик рассказать, наверное, о программе Free Life. Еще на более детальном показе своего кабинета. Мы это с вами сделаем в следующем ролике. Спасибо вам за внимание.
Слушаем и изучаем.